А меня очень искал Чухрайна, баллада о солдате. Он очень хотел меня снимать в этой роли. После вот хождения по мукам, там я с косичкой, с длинненькой такой своей. Кавказский принц мне уже сказал тогда, Гайдай, что «Наташа, я хочу снимать честно тебя, потому что мне нужна твоя фигура и твое лицо». Мотыль говорит: «Наташа, ты знаешь, я сейчас начал снимать Женечка и Катюша, и перепробовал я всех актрис вообще, но никто мне не нравится. А вот я сейчас увидел, я тебя беру без проб». И я пришла к Гайдаю и сказала: «Леонид Анатольевич, я вас сниматься не буду». Он говорит: «Как? Ты что, с ума сошла? Кого же я буду снимать? А у него масса фотографий мальчиков и девочек на столе». И я так увидел, в «Орле» там беленькая такая. Я говорю: «А вот это вот возьмите вместо меня».